Откуда вы, Игорь? Я с Сибири, это Сатинска, Красноярский край. Ого, далековато, да. Так, сообщение. Сколько у вас там сейчас времени? Сейчас 26 минут первого. У вас машина 32-битная или 64-битная? У меня 64. А у вас виртуальная коробочка воспринимает почему-то только 32-битные образы. Это еще что за чудеса такие? А, не знаю, это ваша сборочка. Я у вас ее это, скачал и поставил. Ну, у меня-то она, как говорится, показывает нормально и 32-битные, и 64-битные. Вот я почему и спрашиваю. Так, ну ладно. Вот, видите, вот я это продал. У вас меню, скорее всего, будет. Скорее всего, у вас меню загрузки будет с кракозябрами. Нет, а я поставил этот, как сказать. Носители, вот здесь вот. А, вы подключили это самое. Да. Но он запускаться не хочет. У вас в настройках биоса виртуальная коробочка написана отключена. Надо ее сделать, чтобы она была, чтобы она включилась. У вас в биосе отключена. Так, пароль заводите. Вы знаете, как вам до вашего биоса добраться, при помощи какой кнопки? Это надо перегружать. Да, да, да. И зайти в биос, и там порыться в настройках и посмотреть,
там, где будет написано там VBox или VirtualBox, и там словечко будет disabled, или галочка там стоит, то есть отключено. А надо сделать enabled, то есть подключить. Хорошо. И когда перезагрузитесь, тогда снова мне перезвоните. Хорошо. Давайте. Ну что, теперь я, насколько понимаю, коробочка у вас работает, да? Да, большое вам спасибо. Ну ладно, удачи вам. Спасибо, спасибо, ну и вам всего доброго. Хорошо, пожалуйста.